Про времени суток, с вами Саня Электрик, и мы продолжаем проходить Hitman Absolution. Что-то делают. Одно дело, бродяги и чокнутые. Я думаю, тебе здесь не место. Ты глухой? Ты куда это собрался? Не обращай внимания. Свободен. Блин. Блин! Доставай пистолет. Пока ты там... Короче, меня сейчас убивают. Убивайте. Все, как всегда, убивают. И что тут делать? Непонятно, да. А не выспался. Третью серию за раз уже пишу. Да, не выспался я. Хотя можно эту серию так записывать, Старайтесь устранять свидетелей, пока они не подняли тревогу. И так каким образом? Если там 1000 человек, свидетелей. Все взорвать на бомбе, что ли? На атомной. Или на какой-то другой. Короче, помогают спрятаться в бою. Пользуйтесь этим. Ага, не всегда. Не всегда. июня 1986 года. Подобный Санчес крышный. Где там ходит? Его мышечный класс. Ага, все под контролем. Никто не пробьется. Ага, мост поднят. Можно двигать груз. Понял? У меня уже все схвачено. Без паники. Ага, все верно. Хорошо. Хорошо. Пока. Что? Не бери в голову, ладно? Он вломился ко мне. Амбал Сбавимся. Что за нафиг? Что случилось? О, черт! Новый состав уже готов? Давай сюда. Всем очистить территорию. Мы ловим крысу. Большую толстую крысу. Ой-ой-ой. В следующий раз не забудь фальшивую бороду. Нужно все проверить. Перестань! Я говорю тебе, по моей команде! Слишком далеко зашло. Да блин. Как я и у нас потери. На что не годите? Ага. Пока он весь город не перестрелял. Огонь. Ну что, он убежал? Ты делаешь? У меня все! Блин, и мужик умер. Серия фейл какая-то. Да, серия фейл.
Потому что мы матросы. Какие нах матросы? А мы обычные люди. Чё за бред-то? Чё за бред я нес? Оказавшись в боевой ситуации, использую укрытие. О боже, укрытие использовать. Ну блин, я будто не знаю. Бля, я спать уже хочу. Хотя, в принципе. Да, может будем до целых 15 минут еще набить. Хотя эту серию можно сделать покороче. А чё? Давайте эту серию сделаем покороче. Еще 10 минут, если я за 10 минут не справлюсь. Еще раз, то мы закончим эту серию. Выстави заряды заново! Ага, все под контролем. Никто не пробьется. Ага, мост поднят. Можно двигать груз. Здравствуй, сынок. Ты, наверное, заблудился. Эй, парень. Черт возьми, парень. Он сменил одежду. Смотрите, не упусти его. База. Бежим. Он подбирается. База. Не выходим. Перезаряжаем. Что за... Хотя... Не знаю, в чем дело, но что-то здесь не так. Новые данные. Нарушитель лысый европеоид. Давай. Твою мать. Докладываем. А, убил Дима! Ты мразь! Почти. Он исчез. Так. Надо валить отсюда, а то сейчас умру. Так. Ждем пока, ждем.
Бум-б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 ум. Как же его убить? Как же его убить? Как? Как? Я спрашиваю вас, как? Ой. Оружие на виду, оружие не на виду. Блин, бесит меня это. Еще 5 минут, и мы закончим серию. Такая короткая серия будет. Загрузка пока пройдет, я, может, даже и серию закончу, или усну. Давайте пока сделаем так. Просто интересно было, может там оно пробежать? Какой-то шокер. Опять загрузка. Оружие с глушителем. Сложнее следить вашим врагам, но у него больше отдачи и меньше поражающей силы. С глушителем. А почему с глушителем тогда? Сразу заметили. Так. Никто не пробьется. Ага, мост. Кроме понял. Меня. Можно двигать груз. Понял? У меня уже все схвачены. Без байки. Что? Почему меня не известили? Мои извинения, сэр, но приказы пришли от самого мистера Дэвида, тип Санчеса. Он просто ворвался и исчез вместе с девчонкой. Сказал, может, он сюда еще зайдет? Что-то о том, что какая нелепость. Это просто отговорка, чтобы заполучить ценный товар. Легкие деньги. Это все, что Блейка Декстер интересует. Видал его мысль? Я бил инженер. И никогда не видел таких результатов. Даже близко. Извините. Эй! Кто-то есть? Не важно. Что за хрень? Этот звук. Мне не послышалось? Сходи, проверь, что там. Ясно. Говорю тебе, правление слишком далеко зашло. Одно дело бродяги и чокнут. Ты, да, ты. Наверное, тебе показалось. Нет, я на это не ведусь. Не вопрос. Кто? Эй, кто-нибудь? Я ничего не вижу. Что происходит, ребята? Не очень странно. Вы должны узнать, что там происходит. Сперва там было вот такое земля, а потом чего-то... Отлично. Хотя давайте продолжим пока. Кто там? Я знаю, что ты меня слышишь. Чёртов убийца.
делишки, наши свои поклонники, ленивые скоты. Скажите мне, что это сон. Леди, отойдите-ка в сторонку. Ты что у нас делаешь? Тут мероприятие. Блин. Когда же это все закончится? Нет. Эй, господи, мне нужна тут помощь, парни. Спасите меня. Ты не видел здесь столичного придурка? Не-не-не. Не видел. Есть новость? Привет, как жизнь? Все чисто? Так. База, что у вас? Ничего? Надо бы побыстрее. Мы сюда как раз... База, отчего? Иду туда. Что за... нафиг? Что за кого? Он сменил одежду! Так, валим. Стреляй же ты. Да, сложно это будет. Все понятно, тут была раньше контрольная точка, блин, мог бы раньше. 7 июня 1986. Давай. Да блин, все. Давайте до следующей части. Всем пока. Да.